вторая часть, можно так сказать, Калининско-Солнцевской линии. От станции Деловой центр до станции Раменки. Эта линия идет. Но бывает, поезда ходят от станции Раменки до станции Партизанская. И может и наоборот, от Партизанской до Раменки. Короче, вы поняли дальше. Эти три станции спасли множество жителей. Потому что, может, так сказать, где-то людям пришлось добираться до станции Университет очень долго. Очень долго шлось, то есть приходилось идти до университета. И поэтому открыли три новых станции. Минская, Ломоносовский проспект и Раменки. Ну, ты мечтал, что когда открыли станцию, размечтался. Думал, она есть, но нет. Но сейчас она уже появилась. Ну да ладно. Интервал 5 минут. Ой, осторожно. Ну да ладно. Там где-то больше. Там тоже просто надо. Помните, вот я вам в одно видео снял три станции: Кабутырская, Хамбизинская и Петровско-Смоловская. Но в одном видео. Значит, это уже, вот сейчас это будет не так. Будет три видео. То есть три видео. Одно про эту станцию, второе про Ломоносовский проспект, а третье про Раменки. Рельсы, тележку показывают. Как вы думаете, из какого металла, то есть вообще, из чего сделаны эти колонны? Если вы поняли, напишите мне в комментариях, из чего сделаны вот эти колонны. По этой линии есть 81-760 АК. Горели светодиодные фары. Издалась мелодия, поезд прибывает. До станции Деловой центр. На Риге не написано, что он ушел на вагон. Хочу сказать, вот на станции... О, наш поезд прибывает. Ладно. Всем спасибо за внимание.